Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я сегодня хочу похвастаться своим подарочком на Новый год. Но это такой подарочек, маленький совсем. И он вышивальный. Вы же знаете, что я люблю вышивать. Поэтому я заказала себе под Новый год такой вышивальный набор. И это Дед Мороз, Санта-Клаус. Это я себе хочу обеспечить новогоднее настроение на следующий год. Потому что в этом году настроение не было совсем новогоднего почему-то. Здесь Санта-Клаус, который держит собачку. Собачку он пытается накормить конфеткой. Но конфетку собачка, видимо, не очень-то хочет. Она на меня отвлекается. Вот посмотрите, она мне прямо в глаза смотрит безотрывно. Чисто Джоконда. Да, вот куда ни повернешься, и собака на вас смотрит. И сюда повернешься, собака смотрит. Удивительно. Ну так вот. Собака, видите, с синим бантом или что там у нее, не знаю. Ей тепло и уютно у Деда Мороза на руках. Я бы тоже залезла к Деду Морозу на руки. Может быть, он мои бы желания исполнил какие-то. Но теперь придется ждать аж следующего года, чтобы эти желания исполнять. Так вот, посмотрите, Дед Мороз сидит здесь в кресле, в таком зеленом, на улице. Там снег идет, вечер, даже, может быть, ночь. Дед Мороз укрылся пледом, видимо, пар костей не ломит. Борода, усищи у Деда Мороза. Ну, в общем, это то, что ожидает меня на следующий год. Я надеюсь, выщу этого Деду Гама, и он украсит мой Новый год. Вообще, конечно, очень удобно вышивать, потому что в наборе вот даются и нитки, и уже они распределены по органайзеру со значками. И схема, вон, видите, схема какая? Там уже со значками, схема крупная, черно-белая, отрада для глаз. В общем, я уже в предвкушении, что я займусь этим делом. Скорее бы начать, хотя у меня есть еще несколько незаконченных, но уже ручки чешутся. Так что пожелайте мне удачи, чтобы у меня все получилось. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вскоре встретимся. Пока!